Анонс и дата выхода 107 серии турецкого сериала «Клятва». 107 серия сериала «Клятва» выйдет в эфир 29 октября. С русской озвучкой серия будет доступна через пару дней. Напомню, в предыдущей серии мы увидели, как эмир просит Рейхан, чтобы она ему во всем доверяла, и какие бы перед ней не возникали преграды, чтобы супруга от него не отказывалась, ведь он ее любит всем сердцем, где бы она ни находилась. Он благодарен Всевышнему за то, что подарил ему такую прекрасную супругу. Рейхан же ответила, что не сможет дышать, если рядом не будет эмира, но он никак не может понять, что именно тревожит его возлюбленную, почему в последние дни она ходит такой мрачной. Эмир не сомневается в том, что совсем скоро его отец поправится и все наладится. Тогда уже ничто и никто не сможет помешать их счастью. Рейхан сообщает эмиру о том, что хочет с ним развестись, а он начинает требовать от нее объяснений такому неожиданному решению. В этот момент между Кемалем и Нарин вспыхнула большая ссора прямо на улице. Мимо проезжали сотрудники правоохранительных органов и остановились для того, чтобы унять спорщиков. Только в результате этого Кемаль был арестован, и всю ночь ему пришлось провести в полицейском участке. В особняк неожиданно приходит гостья, и Джавидан начинает рассказывать ей о том, как хорошо она заботится о Хикмете, и таким образом намерена отвести от себя какие-либо подозрения. Напомним, 107 серия сериала «Клятва» выйдет в эфир 29 октября. Ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки!